по прошлым выпускам, кто-то считает, что новый формат огонь, а кто-то думает, что нам чего-то не хватает. Возможно, хорошего звука. И мы его пофиксили. Поэтому начинаем Hype Digest. Даже в сети некуда спрятаться от стремительно приближающейся старости. На волне обновленное приложение, которое работает круче любого грима. Если вы хотите знать, как выглядят киберспортсмены через 30 лет, то примерно так. Вы знаете, ребята, я понимаю, что данный тренд уже многих достал, но я не удержался в стороне, так что вы не подумайте. Наконец, известны имена всех счастливчиков, которым предстоит побороться за уже 29 миллионов долларов на Day International. СНГ на мировой сцене представит кроме Virtus.pro еще и Na'Vi, так что да, ребята, можно доставать желто-черный мерч и начищать ваши щиты. Ребятам точно понадобится ваша поддержка. В Европе квалификацию выиграл X-Carry Liquid Matumba Man. И вы знаете, ну, остается только надеяться, что судьба сведет его с бывшими тиммейтами. Также в числе победителей RNG, Forward Gaming, Mineski и Infamous. Поздравляем с тем, что первый этап закончен. Но вы сами понимаете, что это этап далеко не самый сложный. Кстати, Nahas ратует за то, чтобы отборочные проходили в формате LAN-чемпионата. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Пора написать им что-то в ответ. Печатай, что я скажу. Вы все с***. Конечно, в Шанхае не будет хватать SCC, EGM и Eternal Envy. Но вы сами понимаете, что это не последний International. Ну и стоит дать дорогу молодым. Интересно, что самые юные игроки на The International занимают позицию керри. В среднем ребятам более 21 года. А самый молодой состав — это перуанцы Infamous. Кстати, самый возрастной игрок этого турнира — Lanem, ветеран китайской Dota 2 сцены. Казалось бы, говорить о прогнозах еще очень рано, но это не для букмекеров. Они видят обладателями Aegis'а команду Secret, и при этом скромнее оцениваются шансы команды Vici Gaming, а Liquid располагается на третьей строчке. Наши соотечественники из Virtus.pro в первую тройку лидеров, к сожалению, не вошли. При этом эксперты не верят в шансы коллективов из Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Увы, Na'Vi тоже далеко не ушли. Пока дотеры замерли в ожидании баталии, в CSGO ведутся бои за титулы. Плюс один в копилку команды Liquid. Парни взяли Blast в Лос-Анджелесе, а медаль MVP получил NAV. С рейтингом 1.40 ты не сможешь поспорить, так что пятая награда за карьеру — это абсолютно заслуженно. Главный герой турнира уверен, что сейчас команда на голову выше любого конкурента. По сравнению с другими командами, у Liquid зашкаливают драйв и жажда побед. А именно это является залогом успеха. Что ж, осталось подтвердить это в Берлине. Для любителей почилить в Dota Underlords у нас тоже хорошие новости. В свет вышел Battle Pass на 25 уровней. Все как мы любим. Косметические предметы, эффекты телепортов и прочие ништяки, которые могут заценить уже десятки тысяч игроков. 13 июля, к примеру, пиковый онлайн уже достиг в 95 тысяч пользователей. Раз мы уже добрались до Underlords, можем и PUBG время уделить. Что насчет женского состава, подумали LGD и не стали откладывать в долгий ящик. Видимо, опыт с Дотой китайский клуб ничему не научил. Но кто знает, чем закончится данный эксперимент. По крайней мере, наблюдать за этим очень приятно. Ага. Разумеется, мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. О невошедшем в Hype Digest мы рассказываем на сайте и в наших соцсетях, так что не забывайте заходить на WePlay. Ну и вы знаете, прошлую неделю я хайповал, я не кринжевал, так что вам стоит... Увидимся совсем скоро!